Привет, ребят! Сегодня у нас будет очень интересный видеоролик, как мне кажется. Это, кстати, у нас уже шестой видеоролик из серии «Факты и мифы о центрифугах». И сегодня мы поговорим о технических вещах, о концептуальных вещах компании «Протима». И разрешите представить вам генерального директора компании «Протима», одного из владельцев, Адриан Сочко. Так что смотрите видеоролик, будет очень интересно, я вам обещаю. Здравствуй, Адриан. Адриан, есть целый ряд вопросов, которые интересуют и меня, и наших ребят, которые смотрят и ищут оборудование, выбирают. И вот какие вопросы хотелось бы задать сегодня. Первый вариант, первый вопрос, самый такой интересный. Зачем аж такой богатый ассортимент? Почему компания «Протима» имеет аж целый ряд, 9 центрифуг на выбор для клиента? Нужно ли столько, не нужно ли столько? Зачем аж столько, чем руководствовалась компания? В фирме мамy 9 rodzajów wirówek po to, aby każdy klient znalazł dla siebie jakieś rozwiązanie. Mamy małą wirówkę, dwumetrową, 2,40, 3,30 i 4,5-metrowe. Po to, aby nie wiem, ktoś ma mały garaż, potrzebuje mniejszą wirówkę, ma mniej dywanów, więcej dywanów. Generalnie po to mamy asortyment falownik. Możemy mieć z falownikiem, z panelem dotykowym, bo klienci to chcieli. Wszystkie wirówki zostały stworzone generalnie na potrzebę klientów. To nie, że my sobie tak powiedzieliśmy, że będzie, tylko klienci się pytali o tego typu rodzaje wirówek, więc przez to tyle mamy rodzajów. Okej. Спасибо. И сразу же тогда вдогонку вопрос по поводу оцинковки. Потому что есть большинство производителей, они просто используют порошковую покраску центрифуг. Это намного дешевле, это проще. Почему компания выбрала способ именно оцинковки? Почему? Ну, понятное дело, что на каком-то этапе это просто сделало машину дороже. И в производстве дольше, и дороже, и понятное дело, почему вы пошли именно в эту сторону, потому что если даже посмотреть видеоролики на YouTube, то самые первые центрифуги, которые производила «Протима», они были тоже окрашены порошково. Так, ну, изменились. Первые вирувки были малованы порошково, но с того взгляда, что есть разные рождения хемии, особенно очень агрессивные, to ta farba nie jest w stanie wytrzymać długo. Więc dlatego podjęliśmy decyzję, że wszystkie nasze wirówki będą ocynkowane. Mhm. I to jest ocynk ogniowy, niektóre elementy są tam innego typu rodzaju, inny rodzaj ocynku, ale generalnie chodzi o to, żeby przez długie lata maszyny były ciągle w dobrym stanie i przede wszystkim nie zadzwoniły. Спасибо. Если мы уже говорим о центрифугах, то хочется здесь остаться и задать еще сразу же вопрос в догонку, который очень часто задают клиенты, которые сравнивают центрифуги разных производителей. Почему в центрифугах «Протимы» зависы, они прикручиваемые, они сборные, а не сварные, как это у большинства производителей? Ну, это было бы проще, наверное, приварить, возможно, это даже надежнее, как кажется клиентам. Почему выбрали именно такой вариант? И, ну, это же сопряжено еще с тем, что нужно их смазывать регулярно. Почему пошли в эту сторону? Застосовалишь все элементы прикрученные, которые, очевидно, могут быть прикрученные, по то, чтобы можно было в каждой хвиле выменить такой элемент, który się zużyje, czyli nie wiem, za 2-3 lata zużyje się jakiś element, zawias, czy powiedzmy ta kostka mocująca i to jak się zużyje, to my nie musimy odcinać tego, my nie musimy rozbierać maszyny, malować na nowo, wystarczy odkręcić, założyć nowy element i maszyna chodzi. Klient może sam to zrobić, więc tutaj chodziło o to, maszyny były w ciągu naprawiane, w ciągu powiedzmy pół godziny maszyna może z powrotem wrócić do pracy, a nie, że tniemy, spawamy i musimy przerabiać całą maszynę. Chodziło o to, aby każda maszyna szybko naprawić. Mhm.
Здесь как бы у меня был следующий вопрос, и, наверное, он очень тесно связан с предыдущим ответом, я так думаю, будет. Потому что и передняя часть центрифуги, и задняя часть, они как бы тоже разборные. И, но они ну, толстые, да, толстые, такие массивные, грубые. Это было специально такое решение принято, или же, ну, ну почему, можно же было сделать тоньше, если посмотреть других производителей, там, тонкая сталь сделали, приварили и как бы все. Здесь же в центрифугах Протимы все это дело выглядит, во-первых, это сборная, зачем, и второе, толщина имеет значение или просто это так есть? Tutaj jest podobny temat jak z kostkami i zawiasami. Przód i tył jest dokręcany po to, abyśmy mogli też to rozkręcić, gdy klient coś się stanie z wirówką, nie wiem, tak jak zdarza się, że źle jest eksploatowana, coś się przestawi, powiedzmy gdzieś pęknie. My jesteśmy w stanie przód i tył raz, że dosłać do klienta, można sobie w każdej chwili to wymienić, a nie rozcinać i spawać wirówkę. No, jest to technicznie zdecydowanie lepiej, możemy ją wtedy też poustawiać, mamy różne możliwości. Хорошо, получается так, что передняя часть разборная, задняя часть тоже разборная, есть завесы на дверях, и сразу же тогда вопрос по поводу тефлонового диска и передней усиленной оськи. Тефлоновый диск тоже регулируемый, мы можем его выдвигать вперед и отодвигать назад, чтобы осуществлять более плотный прижим к барабану. Вопрос в том, что это нам дает, не есть ли это усложнение самой машины, которое делает машину как бы намного дороже. И разве не вариант пойти проще сделать металлический диск прижимной к барабану, и это было бы намного проще. Почему компания решила идти в направление, которые более сложнее технически, дороже для производства, но именно в этом направлении работает Протима. Ну так, если хочешь о dlaczego mamy utwardzane ośki i dlaczego tak, no chodzi o to, aby można było wirnik wymienić ośkę w wirniku. Inne firmy mają tak, że ośki są na stałe i jakiekolwiek zużycie ośki powoduje, że cały wirnik jest do rozebrania. Mówimy o tyle wirówki, wirnika, jest wszystko, praktycznie cały wirnik jest do zrobienia na nowo. U nas jest tak, że ten element jest wymienny, mamy utwardzaną ośkę specjalną, która się generalnie nie zdarzyło, żeby zużyła, jest powierzchniowo utwardzona, więc nie ma żadnego problemu, my też takie ośki możemy wysłać z łożyskiem, wymieniamy to, można to wymienić, bez żadnego tykania wirnika, rozbieramy, skręcamy, maszyna, wirnik jest gotowy. Tak samo jest z częścią z przodu, jeżeli chodzi o ten cały teflon. On jest regulowany po to, w momencie, gdy ten teflon lekko się zużyje w wirówce Tornado, jesteśmy w stanie przesunąć o milimetr dwa, powiedzmy, ten teflon i maszyna nadal chodzi, nie trzeba nic robić. Nie trzeba wymieniać teflonów, to jest tam jest skos, który powoduje nam ściśnięcie tego wirnika i w tym momencie problem, obsługa tego jest dosłownie, nie wiem, 10-15 minut i nie ma żadnych drgań, hałasu i maszyna chodzi. Dlatego mamy też to wszystko skręcane i też wymienne. Хорошо, спасибо большое за ответ. И если чтобы уже закрыть вопрос по поводу барабана и двери, и тефлона, перстень, который есть в начале барабана, уплотнительное кольцо, что он нам дает? Для чего его используем? Jeżeli chodzi o pierścień w wirówce Tornado, czyli w tej 3355, on jest specjalnie toczony, jest tam skos. Skos powoduje nam to, że ten wirnik ściskamy, jest cisza praca, nie zużywa się to i jest przede wszystkim wzmocniony. Wiadomo, że wirnik nigdy nie będzie idealny co do milimetra, przez to jest montowany pierścień, który to wzmacnia. A drugim zastosowaniem jest skos, który powoduje, że te drzwiczki lepiej nam się zamyka, otwiera i nie ma z tym żadnego problemu. Mhm. Аден, очень важный и щепетильный вопрос, как мне кажется, я думаю, что все наши зрители и все ребята, которые этим интересуются, которые смотрят наши видеоролики, будут задавать этот вопрос, и их это очень интересует. Подшипники в центрифугах – это, как всегда, очень слабое звено у большинства производителей, и всегда нужно найти какое-то точное решение, чтобы центрифуга работала как можно дольше, без какой-либо замены, а если уже эта замена и есть, то чтобы с минимальными потерями по времени и ресурсов. Вопрос, как Протима
пришла к тому решению, которое есть сейчас, к ступицам, подшипникам, что используется, как используется в двух словах и почему пришли к такому решению. No tak, jeżeli chodzi o piasty, to piasty są trwalsze, one dłużej pracują, mniej obsługowe, przy wymianie jest zdecydowanie prościej niż z UCF-ami. No powiedzmy ten starszy system dwóch łożysk jest bardziej skomplikowany do wymiany, no i szybciej się zużywa niż piast. Mhm. To jest, można powiedzieć, że to jest bardziej надежne rozwiązanie, nie требующее takiej częstej zamiany podszypników i jeśli już производим замену, to wszystko происходит гораздо быстрее, и при этом не нужен специальный сервис там, в лице компании. Каждый человек, каждый оператор может сделать это самостоятельно. Хорошо, еще тогда вопрос по поводу барабана в центрифуге. Такой технический момент, деталь, почему Протима использует тефлоновые подкладки, а не использует, скажем, какие-то шарики, не используют там подшипники и другие элементы, которые можно увидеть у других производителей. Мы не монтируем ложиск, так как некоторые клиенты говорят, что лучше, тогда нам этот винник себя окрэнца, как сон движки открыты. Мы имеем притиск встречного бега, чтобы винник цокнулся диван, и это генерально по то и створено. Ложиск не пробовали мы замонтировать, когда делали мы ложиска, то не за экзамен. Прежде всего, то зарзавеет, там есть много химии. Dwa, musiało, jest dużo elementów, które mogą się odkręcić, na przykład to przykręcić, no tam są drgania, tak? I to wszystko może się rozkręcić i spowodować to, że wpadnie pod wirnik i rozwali ten wirnik. My montujemy ślizgi, które są specjalne, wytrzymują wszelką chemię, nic się z tym nie dzieje i generalnie to, jeżeli ktoś dobrze eksploatuje, jest wieczne. Tym się nigdy nic nie dzieje, nie mieliśmy żadnego przypadku, żeby coś w tym się działo. Окей, понял, спасибо большое. И, наверное, последний вопрос у меня из тех, что я там собрал от наших клиентов, и, ну, и самое личное, то, что мне было интересно. Такой простой, клиенты часто спрашивают, металлическая подкладка под винтом, где мы закрываем дверь, под винтом, зачем она, что она дает, почему вы ее там, скажем так, прикрепляете? No, montujemy tą podkładkę nierdzewną, bo to jest tak jakby stal nierdzewna. Chodziło o to, aby przede wszystkim w momencie dokręcania ten stal się wyciera. Tak? Jeżeli my damy podkładkę z nierdzewki i ona jest dużo twardsza, to w momencie dokręcania raz, że się zaciera mocniej, nie odkręci się ta śruba, a dwa, no, w momencie, gdy to ona się zużyje, no to wymieniamy te elementy, jest to wymienne. Gdybyśmy nie mieli tej podkładki, zużyłyby nam się dźwiczki całe i całe dźwiczki są do wymiany. A tak możemy spokojnie, jeżeli już jest zużycie tej podkładki, możemy ją odwrócić i też ona jeszcze przez jakiś czas chodzi. Ona jest stosunkowo bardzo tania, ta nierdzewka, ta podkładka. Wymieniamy ją i maszyna nadal pracuje. Okej, спасибо. I теперь вопрос на закуску. Еще очень часто спрашивают, ну почти с каждым, вообще не с каждым третьим клиентом очень часто, потому что логично, задается вопрос, есть очень много разговоров по этому поводу, поэтому хочется спросить у тебя, как у создателя и проектанта всех машин Протима, в частности центрифуг. Как часто нужно производить сервис центрифуги? И можно ли это сделать самому? Ну так, ну, генерально на каждую машину даем гарантию, то ведомо. Ну, повинен быть прегляд сделанный по полгода. Ну, как новый самохуд, ну, есть прегляды, которые сам обязательны, так, ну. Прегляд повинен быть сделанный, ну, ведомо, это новое оборудование, то целый час дрга. No i powinien być przegląd przede wszystkim ten pierwszy zrobiony po to, żeby sprawdzić tą maszynę. No tam się może poluzować coś, no powinien być, tak? My nalegamy, żeby był ten przegląd po pół roku. Wiadomo, że wirówka ma przepracowane 20 godzin i ten przegląd jest niemożliwy, no to należy sprawdzić po pierwszym pół roku, czy coś się nie poluzowało, podokręcać, ściągnąć osłony, no bo to jest bardzo ważne w maszynie, żeby ona funkcjonowała, tak? No. Poluzuje nam się w środku jedna śruba i może rozwalić maszynę, tak? Należy to sprawdzić po pół roku na pewno. No i takie przeglądy w ciągu roku, przed jakimiś większymi sezonami, no należy je robić, tak? No. Każdy klient, no, w zależności ile jest godzin przepracowanych. My zalecamy przegląd co 50 godzin. Każdych 50 godzin. Powinny być wysmarowane łożyska i przegląd. Okej,
Был у меня еще тоже вопрос по поводу того, как часто нужно смазывать подшипники, но в принципе мы уже услышали, что рекомендуется каждых 50 часов отработанных произвести смазку подшипников. В центрифугах Протимы есть таймер, есть датчик отработанных часов. Можно всегда посмотреть, проконтролировать и произвести сервис. Отлично, у меня вопросов больше нету. Если у вас, ребята, есть какие-то вопросы дополнительные, пишите в комментариях, присылайте на почту. Я с радостью задам их Адриану. Сможем также обсудить другие детали. Спасибо большое. Было очень приятно и познавательно. Всем пока, ребят. Счастливо.